всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как почистить наш звук от нежелательных звуков и шумов, используя связку Premiere Audition. Допустим, у нас случилась такая ситуация. Сейчас я покажу в этом примере. Aquo is an energy drink company committed to health and fitness. Johanna represents what Aquo is all about. When I first saw her ride, I was really taken with her ability. She has a... Итак, какие здесь две проблемы мы видим? Первое. An energy drink company committed... Здесь на заднем фоне звонит телефон. Вторая проблема. Она represents what Aquo is all about. С какого-то момента пошли на микрофон. Неприятный шум технический. Что в таких случаях делать? Я в таких случаях... Так, для начала. Вот у нас такое видео попало на монтаж. Я в таких случаях делаю следующее. Отправляю это все в Audition. Edit Clip и на Adobe Audition. Что мы здесь видим? Пока мы ничего не видим. Потому что для того, чтобы мы что-то увидели, нам нужно включить, скажем так, цифровое отражение звука. Вот оно находится, спектральный дисплей, скажем так. То есть видео, увидеть звук, разложенный по частотам. Вот так у нас это выглядит. Слушаем. Aquo is an energy drink company committed to health and fitness. Johanna represents what Aquo is all about. When I first saw her ride, I was really taken with her ability. She has a... Что мы здесь видим? В первую очередь, вот эти вот точки, это тот самый звонок телефона на заднем плане. И что мы с ним можем делать? В первую очередь, мы можем выделить его при помощи... Вот здесь вот есть несколько инструментов знакомых. Lasso, либо же Marquee Selection. Можем просто вот так выделить конкретно эту частоту, этот кусочек. И дальше можем ли его просто удалить, нажав Delete. У нас тогда появляется здесь такая дырка. Но поскольку это частота, частично захватывающий голос, но только частично. Так, а сейчас он просто проигрывает именно этот интервал. Так, надо снять выделение. Drink company committed to health and fitness. Есть искажение, но небольшое. Либо же мы можем здесь, вот через этот ползунок, уменьшать громкость конкретно вот этих частот. Видите, они становятся менее яркими. Они как бы остаются, но они становятся менее яркими. Другой вариант. У нас здесь есть инструмент, похожий на Spot Heal в Photoshop, он так и называется. Spot Healing Brush Tool. Так. Послушаем, что получается. Drink company committed to health and fitness. Johanna represents what Aquo. Вполне неплохо получилось. Следующая проблема. Это... шум по всем частотам. По всем. Для начала можем вот так же поступить вот с этой полосой, которая у нас никак не затрагивает другие спектры, точнее частоты голоса. Можем ее просто выделить и удалить. И следующий шаг, мы можем использовать Noise Reduction Tool. Как он работает? Для начала нам нужно выделить интервал, где у нас нет речи, а есть только шум. Я думаю, он где-то вот здесь вот. Да, чистый шум. Дальше нам нужно сделать слепок этого шума. Мы идем в Effects, Noise Reduction Restoration, Capture Noise Prim. Он говорит, что выделенный кусочек будет сделан, снят как отпечаток шума. Окей, нас это устраивает. Теперь следующий шаг, нам нужно выделить весь интервал, где у нас этот шум. То есть нам нужно применить это не ко всему звуку, а только к этому интервалу. И теперь мы идем в Noise Reduction Restoration, Noise Reduction Process. Окей. И начинаем слушать, что у нас здесь выходит. When I first saw her ride, I was really taken with her ability. She has a... И дальше все настройки, которые у нас есть, это компромисс между искажением голоса, который мы получим, и шумом. То есть, сколько мы оставим шума, сколько голоса. Aquo is an energy drink company committed to health and fitness.
Johanna represents what Aqua is all about. When I first arrived, I was really taken with her ability. She has it. Неплохо. Шума уже практически не осталось, но голос, конечно, различается в том участке, где не использовали снижение шума, и в том участке, где использовали. Потому что вырезание шума, оно по-любому задействует в том или той или иной степени другие частоты, из-за этого искажение голоса. Но если мы применим данный алгоритм ко всему звуку, тогда оно везде исказится одинаково и не будет вот этого перехода. Но в данном случае я просто уменьшу шум на этом участке. Нажимаю Apply, смотрим рисунок, стало гораздо чище. Можно прослушать все. Aqua is an energy drink company committed to health and fitness. Johanna represents what Aqua is all about. When I first arrived, I was really taken with her ability. She has an energy drink company committed to. Здесь все еще сохранено. Поэтому нам нужно сделать что? Нам нужно сохранить. Потому что пока это все в памяти Audition. Пока у нашего клипа здесь стоит звездочка, значит он еще не сохранен. Как только я нажимаю Command-S, все сохранено. Идем сюда, здесь сразу замечаем. Health and fitness. Так, надо отключить исходный. Johanna represents what Aqua is all about. When I first arrived, I was really taken with her ability. She has it. То, что нам и хотелось. На этом все. Не миритесь с шумом в монтаже. Вырезайте его, удаляйте. Шум в кадре – это еще не приговор к дублю. Спасибо за внимание. Всем успехов!